Здорово, пацаны. Я в яблочном саду. Сады цветут. Классно. Солнца нет, но все равно классно. Уже май. Май озорник. Ну ладно, дело не в этом. Май — это дело хорошо. Я тут недавно был на слете зеленых. Всякие там эко-люди, там всякие эко-активисты. Ну я-то запулился, и они мне там, как бы, я умудрился вот такую штуку там у них взять. Они там раздавали, короче, говорят, эко-стаканы, эко-стаканы. Я думаю, блин, прикольная тема, блин, взял эко-стакан, потом чик, буханул с него, вообще, во, вещь. А потом думаю, блядь, что с ним делать-то? Ну и начался у меня такое, типа, ознакомление с этим стаканом. Ну, здесь нарисовано, типа, как он разбирается, но я не стал смотреть, думаю, начал крутить, как всегда, как все мы делаем. Тут, короче, смотрю, такое раскрутилась вот эта штука. Оба. А тут стакан. Думаю, а что дальше за маленький стакан такой детский? Думаю, как, сюда тыкаю, нифига. Потом думаю, ну-ка, дай-ка вот так сделаю. Опа. А он такой, хренак, и чжик. Оба. Вещь, да? Класс. Вообще ништяк. Резиновый такой. Я, правда, не уверен, что это какая-то эко-резина, но эко-активисты раздавали, говорили, что это экологические материалы, там, типа того, короче. Ну и вот как бы вот такой стаканчик получается довольно-таки вместительный. Сейчас вот даже продемонстрирую. У меня есть вот такой золотой термос, с которым я уже не расстаюсь как бы год. На все концерты беру. Он очень прикольный. Мне нравится. Он как бы вмещает не особо много, но как раз хватает больше, чем обычная кружка. Чуть больше. У него защелочка такая тоже есть. Опа. Ну и вот, как бы. Класс, кофе горячий. Сегодня погода такая, ух, как бы мерзловатая, знобящая, сырая, промозглая. А тут у меня в яблочном саду горячий кофе из эко-стакана. Во, вещь. Пацаны, советую вам, если где-то увидите какое-нибудь сборище эко-активистов, где раздают стаканы, непременно туда идите и выхватывайте себе эти клевые стаканы. Потому что места они занимают немного, можно даже в карман сунуть. Ну, это типа альтернатива вот тем стаканчикам пластиковым, которые, помните, разбирались такие, жик. А это тоже прикольно, как бы. Ее можно даже цеплять на ремень, там карабинчик есть. Ну вот, все, что я вам хотел сказать на сегодняшний день. А вот жуков майских я так и не увидел. Жуков нет. Жуков вот нет. Все, пока, пацаны. Да, я тут только что узнал, как бы чуть-чуть еще доскажу про этот стакан. Тут мне сейчас сказали, что этот стакан вовсе не простой стакан, а это специальный стакан, что если заходишь в кафе там или куда-то еще, там типа просто достаешь этот стакан и говоришь, мне, пожалуйста, вот в этот свой стакан, мне ваши стаканы не нужны, пожалуйста, в мой стакан. Они тебе говорят, да вот возьмите пластик, а ты скажи, я пластиком не пользуюсь, только свой стакан. Как-то так. Вот так вот люди борются за экологию. Пока.